Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Почти 200 работодателей Кирова по просьбе мэрии повысили зарплаты. Сотрудникам это принесло дополнительно в бюджет в прошлом году. 4 миллиона рублей, говорится в отчете об исполнении городского бюджета, который 17 июня будет представлен на публичные слушания. В 2019 году на комиссию в мэрию вызывали 214 работодателей. 126 из них после разговоров с чиновниками повысили зарплаты, 67 заключили гражданское правовые договоры с сотрудниками. Гораздо больше денег, 30 миллионов, дополнительно получили благодаря штрафам. Это суммы, которые заплатили организации за несоблюдение условий муниципальных контрактов и договоров аренды городского имущества, а также административные штрафы. Программа «Экономика». Кировский бизнес получил почти 400 миллионов на зарплаты. Это субсидии, которые выдают банки для расчетов с сотрудниками. В Кировской области из 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые могли бы получить такую выплату, заявления подали примерно 12,5 тысяч. Они запрашивают 428 миллионов рублей. Выплачено пока 388. Кроме того, обращаются предприниматели в банки за беспроцентными кредитами на зарплаты. Там заявок в разы меньше, одобрено 300, почти на сумму в 700 миллионов рублей. Кредитные каникулы, предоставленные по займам на сумму почти в 2 миллиарда, такую сумму отложили к выплате 500 предпринимателей. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В банке «Хлынов» бизнес может получить льготы по госпрограмме. АО КБ «Хлынов» стал участником программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В России всего 62 банка участвуют в этой программе. Они прошли отбор в корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, где оценивали опыт кредитования малого и среднего бизнеса банков, финансовую устойчивость, объем кредитного портфеля, участие в поддержке ключевых программ регионального развития. В банке «Хлынов» отмечают, что участие в госпрограмме по льготному кредитованию для МСП дает возможность предоставлять займы на более привлекательных условиях для клиентов. Соответственно, банк сможет помочь предпринимателям быстрее восстановить свои ресурсы после пандемии. АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБРФ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.